тип-ти-бау-бау, а тип-ти-бау, тип-ти-бау-бау. Итак, первое блюдо вам сегодня предлагает Александра Степанова, телеканал «Русский Север», и Евгений Осколков, ТВ-7. И я, вы уже узнали, Евгений Макиевский. Аплодисменты. Сегодня мы подводим итоги двух журналистских конкурсов. Конкурса на призы губернатора области среди средств массовой информации и конкурса имени Гелеровского среди журналистов, который проводит Вологодская областная организация Союза журналистов России. Кстати, в 2014 году Вологодской организации Союза журналистов России исполнилось 55 лет. Аплодисменты! Согласно архивным материалам, учредительное собрание членов Союза журналистов Вологодской области прошло 31 марта 1959 года. На тот момент в областном отделе Союза журналистов состояли всего 63 человека. Первым руководителем стал главный редактор областной газеты «Красный Север» Константин Чернаков. Сегодня в организации 320 наших с тобой коллег со всей области. И сегодня на нашем празднике присутствуют ветераны вологодской журналистики, члены Союза журналистов. Каждый из вас внес огромный вклад в развитие вологодской журналистики. Многие из вас сейчас продолжают свою трудовую деятельность, что очень приятно. Спасибо вам за это большое.
И сегодня вы обязательно подниметесь на эту сцену. Вручите награды нашим победителям. Итак, мы переходим к главному блюду нашего сегодняшнего вечера – церемонии награждения. Конкурс на призы губернатора Вологодской области, номинация «Экономика». Победителем становится ТВ-7 «Вологда» за сюжеты на тему «Экономика Вологодчины. Время перемен», которые выходили в рамках программы «Новости Вологды». Это репортажи о том, какие усилия принимают и власти, и предприниматели, и даже простые вологжане для того, чтобы справиться с кризисом. На конкурс были представлены материалы об открытии производства сыра-фета в Крязовце и развитии молочного животноводства. Мы приглашаем на эту сцену главного редактора телеканала ТВ-7 Елену Пономареву. Аплодисменты. Награду вручает губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. Может быть, два слова об экономике, раз мы вручаем награду. Я хотел прежде всего поблагодарить всех журналистов за освещение экономических вопросов в жизни Вологодчины. Экономика определяет жизнь нашего региона, ее развитие. Это тот потенциал, который говорит о наших будущих успехах. Я не буду оригинальным, приведу просто несколько цифр о том, что происходило в экономике в прошлом 2014 году. Мы впервые за последние 6 лет вошли в двадцатку регионов Российской Федерации, лучших регионов Российской Федерации по индексу промышленного производства. 104,9% – это рост индекса промпроизводства по сравнению с 2013 годом. Мы в двадцатке лучших, среднероссийский показатель – 101,5%. Мы вошли в двадцатку лучших регионов Российской Федерации по объему произведенной промышленной продукции. Мы заняли второе место по заготовке древесины, второе место по производству клееной фанеры. Мы заняли каждая шестая тонна металлопроката произведена в Вологодской области, седьмая тонна минеральных удобрений в Вологодской области, каждый третий подшипник, каждая вторая спичка – это все Вологодская область. И поэтому наш экономический потенциал, он просто огромен. И то, как вы его освещали, помогло нам достичь этих результатов. Спасибо. Спасибо большое, Олег Александрович. Мы поздравляем Елену Пономареву с победой. Я бы хотел все-таки поздравить всех вас, уважаемые друзья, коллеги, с профессиональным праздником, Днем Российской Печати. Журналистика – это та сила, которая определяет жизнь не только региона, не только Российской Федерации, но, наверное, всех стран мира, потому что журналистика – это отличная профессия. В ней работают высокопрофессиональные люди, одни из самых уникальных людей, потому что вы творческие люди. Вы черпаете силы в общении с людьми, вы формируете общественное мнение, вы доносите, самое главное, информацию. Здесь и сейчас вас знают, вас уважают, вас любят, и вы, вашими глазами, люди привыкли оценивать происходящее событие. Это огромный кредит доверия, который вы оправдываете своим ежедневным профессиональным трудом. Прошлый год был для нас наполнен огромным количеством событий. Конечно, это Олимпиада, эстафета Олимпийского огня, это выборы, это огромное количество культурных событий. Одно фестивальное лето, чего стоит, наполненное разнообразными культурными событиями в Вологодской области. Все это вы широко освещали, и благодаря вашей работе рейтинг региональных средств массовой информации в прошлом году значительно вырос. Вы очень плавно, красиво и профессионально разбавили федеральную повестку. Потому что Крым и Украина, которая постоянно была представлена на федеральных каналах, вы очень здорово разбавляли региональной тематикой. Это очень нравится нашим вологжанам. Вологжане вас любят, вас уважают. Я вас поздравляю с профессиональным праздником. Я желаю успехов, счастья, здоровья. Только вперед и только вместе. Праздник! Спасибо большое, Олег Александрович. Но мы идем дальше. Конкурс имени Гилеровского. Номинация «Телевизионный репортаж». Нашего с вами земляка, писателя и журналиста Владимира Алексеевича Гилеровского называли королем журналистики и шаляпиным репортажа. Он одним из первых добывал информацию, и коллеги часто удивлялись, как же ему удается всегда и везде быть первым.
Но главный хлеб журналиста – это информация. И оттого этот хлеб вкуснее, если эта информация есть только у тебя. Мы приглашаем на эту сцену для вручения награды в номинации «Телевизионный репортаж» известного вологодского журналиста, который сегодня работает собственным корреспондентом информагентства ТАСС в Республике Крым, Алексея Коновалова. Дипломом награждается Татьяна Скамьина. Мы приглашаем на эту сцену корреспондента ВГТРК «Вологда» Татьяну Скамьину. Татьяна – универсальный журналист. Она может писать на любые темы – экономика, политика, культура. Но особенно ей удаются репортажи социальной тематики. Они яркие и запоминающиеся. Ее материалы практически каждый день можно увидеть в программе «Вести Вологодская область». На конкурс были представлены сюжеты о внедрении нового метода учета зверей в лесу, о всероссийском конкурсе «Калина Красная» и конкурсах лесников Вологодского района. Татьяна Скамьина, ГТРК «Вологда». Поздравляем, аплодисменты! Конкурс на призы губернатора Вологодской области, номинация «Правосознание». Диплом победителя получает программа «Юридически грамотно» на радио «Трансмит». «Юридически грамотно» — это своеобразный правовой ликбез. Это практическая помощь радиослушателям по самым разным, иногда очень непростым юридическим вопросам. Автор программы Рафик Исаев сумел доступно и кратко, буквально пошагово рассказать о возможности решения самых важных и насущных вопросов. Программа помогает не попасть в ловушки юридических хитросплетений. На сцену для получения награды мы приглашаем главного редактора радио «Трансмит» Ирину Толовикову и автора программы Рафика Исаева. Аплодисменты! Вручает награду директора Северо-Западного института Московского государственного юридического университета имени Кутафина кандидат юридических наук Роман Вадимович Нагорных. Аплодисменты! Аплодируем нашим победителям! Специального приза мы приглашаем на эту сцену генерала, руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, главного судебного пристава Вологодской области Владимира Николаевича Корнеева. Владимир Николаевич вручает благодарность директора Федеральной службы судебных приставов, главного судебного пристава Российской Федерации Артура Парфенчикова за активное содействие Федеральной службе судебных приставов и в связи с Днем российской печати. Благодарность вручается Анне Санкиной, шеф-редактору информационной издательской группы «Север.Инфо». Уважаемые друзья! Уважаемые журналисты, работники печати, средств массовой информации, разрешите от имени Федеральной службы судебных приставов и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником. Ваша деятельность, она неоценима. Не зря называют вас четвертой властью. У вас в арсенале самое сильное оружие – это слово. Не зря поэт говорил: глаголом сжечь сердца людей. И вы это делаете. Ваши слова вы способны подвинуть на подвиги, на хорошие дела, предотвратить конфликты, в сердцах посеять добро людей на добрые поступки. И это ваша заслуга. Мы очень благодарны Анне Владимировне. Она у нас является членом общественного совета с 2009 года. Ее отзывчивость, ее профессионализм. Благодаря ей мы реализуем принцип гласности Федеральной службы судебных приставов. Конкурс имени Гелеровского. Номинация «Репортаж в печатных СМИ». На сцену для вручения награды и объявления победителя мы приглашаем члена Вологодской областной организации Союза журналистов, заслуженного работника культуры Российской Федерации, журналиста, писателя и режиссера Анатолия Константиновича Ехалова. И
Анатолий Константинович, просим зачитать имя победителя. Смирнова Виктория Николаевна. Виктория Смирнова, газета «Красный Север». В репортажах «Улетевшая от войны и развод по-украински» Виктория Смирнова делится своими впечатлениями от увиденного в Киеве летом 2014 года. Она пытается понять, как получилось, что в результате событий на Украине между братскими народами выросла стена непонимания. Поздравляем Викторию, для нее аплодисменты, можно занять свое место в зале. Дорогие друзья, сегодня Всемирный день объятий и поцелуев красивых женщин. Разрешите мне исполнить такую замечательную традицию. Однажды в Тотемском районе я искал лошадь, мне надо было с бричкой. Я зашел к одному цыгану знакомому. И тот вышел на крыльцо, посмотрел на меня и сказал: «Мужик, я тебя знаю, ты в телевизоре мед ел». Ну, я в телевизоре ел пироги, много чего ел. Видите, какой я красивый теперь стал. Я могу с уверенностью сказать, вот приз Гулеровского, приз, он такой, он должен идти от народа. Он должен вот быть таким народным, потому что Гулеровский писал о простом народе, подпускался вплоть до катакомб, до ночлежек. И это был человек, который мог за руку поздороваться с царем и через полчаса уже здороваться с самым последним нищим Хитровки. Заедьте в любую деревню, зайдите в первый еще живой дом. Перед нами неоцененная еще нами крестьянская цивилизация. Каждый человек, живущий там, каждая семья – это такая сага, это такой удивительный рассказ о нашем прошлом. Через это прошлое можно и настоящее увидеть, и наше будущее. Поэтому просто я вас всех заклинаю. Идите в народ, дорогие друзья. Конкурс на призы губернатора Вологодской области. Номинация «Культура и история». Победителем в этой номинации становится Сокольская редакция радиовещания за цикл передач «Времен. Связующая нить». Автор программы Елена Боруздина в своих передачах постаралась отразить историю и культуру своей малой родины, города Сокола и Сокольского района. Названия программ говорят сами за себя. В маленькой семье большая духовность, судьба и творчество неразделимы. И в тылу земляки приближали победу. И еще в 2014 году на конкурсе среди СМИ Северо-Запада «Сезам» Сокольское радио стало победителем в номинации «За лучшее освещение молодежной тематики». Мы приглашаем на эту сцену главного редактора Сокольской редакции радиовещания Ольгу Ларионову. Аплодисменты! Награду вручает заместитель губернатора Вологодской области Олег Александрович Васильев. Аплодисменты! Уважаемые коллеги, поскольку мы с вами все-таки на кухне, я вам хочу несколько пожеланий сказать. Мы, как правило, все эти блюда едим, поэтому я хочу вам пожелать, чтобы, во-первых, набор блюд, которых вы готовите, он у вас был всегда полный. Первое, второе, третье и десерт. Во-вторых, чтобы этот набор блюд всегда был горячим, потому что если новость не горяча, то это уже не новость. В-третьих, и это особенно важно, чтобы набор блюд всегда был свежим. А самое главное, я хочу пожелать, чтобы вы своей деятельностью опровергали извечную, хотя и не самую мудрую поговорку о том, что ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не расскажу. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда все видели, все слышали и всем все рассказывали. А мы будем вас читать, слушать и смотреть. Не всегда с удовольствием, но тем не менее. Хороших вам блюд, и пусть у них будет норма и перца, и соли, и сладкого. С праздником! Спасибо за ваш труд! Спасибо большое, Олег Александрович. Можно использовать минуту славы? Конечно, можно. Древняя китайская пословица гласит: «Невидимой прочной нитью связаны те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Эта нить
может растянуться, может спутаться, но никогда не порвется. И вот наш радиоцикл, который мы представили на конкурс, называется «Времен связующая нить». Тема очень благодатна, она находит отклик в сердцах наших радиослушателей. И сегодня бы я хотела сказать большое спасибо тем людям, кто был в жюри. Потому что 2015 год для нашей радиоредакции является юбилейным. Ровно 25 лет назад ее создал замечательный и уважаемый всем человек, и многие в зале здесь, наверное, его знают, Валерий Иванович Шедрунов. И вот, правда, согласитесь со мной, знаете, да? И поэтому спасибо большое всем. Сегодня представляют Елена Войцеховская, Вологодский областной информационный центр и Павел Громов, ТВ-7. И я, Евгений Макиевский. Я, как хлеб, должен быть на столе всегда. Конкурс имени Гиляровского. Номинация «Интервью». Для вручения награды на сцену мы приглашаем члена Вологодской областной организации Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Российской Федерации, бывшего главного редактора газеты «Красный Север» Евгения Викторовича Некрасова. Евгений Викторович, назовите, пожалуйста, имя победителя. Так, Виноградов Сергей Юрьевич. Сергей Виноградов, газета «Речь». Сережа, я понял, работает в газете «Речь». Мне тоже когда-то приходилось там работать. Она называлась когда «Коммунист» в районной газете и в городской. 17 лет мне было. Я такой же крупный был. Тогда вот публиковался там. Поздравляю. И еще я бы хотел от себя подарить Сереже две свои книжки. Я уж не знаю, насколько интересные
они будут... Меня спрашивают, чем я занимаюсь, вот на пенсии, так стихи пишу, чем занимаюсь. Вот, ну и поскольку мы сегодня на кухне находимся, так я думаю, тут не лишнее будет и просто таких неформальных несколько слов сказать и Сереже, и всем нам. У меня вот стишок такой небольшой есть, вы не бойтесь, полминуты буквально. Называется он «О себе и братья-газельщика». Я его прочту вам. «Судьба, скитания и дороги, а их финал – газетный лист. Всегда я был поэт немного, а по натуре – журналист. Люблю газетную работу, ее нелегкий черный хлеб, по строчках вечную заботу, редакционный наш вертеп. Стакан вина нальешь с устатка, закусишь плавленым цирком и вновь согласен без оглядки в дорогу, в мир, скорей, бегом». Но мы продолжаем. Конкурс на призы губернатора Вологодской области. Номинация «Гражданское общество». И победителем в этой номинации становится редакция газеты «Знамя» Бабушкинский район за цикл статей в рубрике «Местное самоуправление, инициативы и сотрудничество». Автор публикации – журналист Мария Литвинова. В своих статьях она рассказывала, как на местном уровне решаются вопросы улучшения жизни на селе и как совместными усилиями администрации района и предпринимателей устанавливаются детские площадки и благоустраиваются территории. Большая статья была посвящена работе в ТАРС. На сцену мы приглашаем главного редактора газеты «Знамя» Татьяну Анатольевну Бахареву. А вручает награду председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Степанов. Гиляровского, номинация «История о человеке». Для объявления победителя на сцену мы приглашаем члена Вологодской областной организации Союза журналистов, заслуженного работника культуры, бывшего главного редактора газеты «Маяк» Вологодского района Нину Алексеевну Чухину. Нина Алексеевна, все хотят узнать имя победителя. Смоляков Андрей Николаевич и Колосов Алексей Алексеевич. И под наш аплодисмент мы приглашаем на эту сцену главного редактора газеты «Восход» Андрея Смолякова и известного журналиста и фотографа Алексея Колосова. В рамках рубрики «Районные будни» вышли статьи «Жил-был я, завел бы порося» и «Была у девочки мечта, ты прости меня, прости». В них авторы размышляют о будущем русской деревни. Герои публикации – люди деятельные, настоящие деревенские жители, которые не представляют свой день без дел, приносящих не выгоду, а пользу семье, соседям и всей деревне. Эти люди напоминают героев шукшинских рассказов. Губернатора Вологодской области, номинация «Социальная политика». Победителем в этой номинации становится информационно-издательская группа «Северинфо» за публикации в газете «Московский комсомолец» МК «Вологда». В редакции считают, что на социальные темы должен уметь писать каждый журналист. На конкурс был представлен ряд публикаций, в том числе статья «Кто, если не я?» о буднях социального работника. Причем журналист сам попробовал себя в этой роли. После чего специалист признался, грузчикам работать легче, ответственности и переживаний меньше. И почти в каждом номере МК «Вологда» есть серьезная и вдумчивая статья на социальную тему, которая впоследствии обязательно вызывает отклик у читателей. На эту сцену мы приглашаем шеф-редактора информационно-издательской группы «Северинфо» Анну Санкину. Аплодисменты! Награду вручает начальник департамента социальной защиты населения Лариса Каманина. От имени всех социальных работников
сотрудников области. Я хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Вы являетесь нашими самыми главными партнерами по выполнению государственных полномочий. А просто помогаете приходить с помощью к людям, которые ее очень ждут. Ну а еще, что очень важно, вы заставляете нас жить и работать более активно, более креативно и почувствовать вкус жизни. С праздником! Счастья вам! Вообще очень приятно. Спасибо большое, потому что действительно писать о плохом почему-то получается проще, чем писать о социальных темах, о темах, которые касаются жизни общества. Поэтому спасибо действительно за то, что нас отметили, отметили работу нашей редакции. Ребята действительно все молодцы, они погружаются очень серьезно в эти темы. Но мне бы еще сегодня хотелось всех, кто собрался в этом зале, всех, ну, кто не смог прийти, поздравить действительно с нашим профессиональным праздником. Хорошо, но вот мне хочется чего-нибудь остренького. Ну ты, Дима, даешь. Было первое, да? Второе было. Диме захотелось остренького. Дима, десерт, сказали, десерт. Ну ты понимаешь, на нашем столе пока не было еще одного из главных блюд. Это журналистское расследование, а это, я вам скажу, тот еще перчик. Согласна, конкурс имени Гелеровского, номинация «Журналистское расследование». Победителя в номинации «Журналистское расследование» назовет член правления областной организации Союза журналистов Владимир Александрович Рыбников. Награждается Кудряшов Алексей Анатольевич за публикацию «Пароль Пелагея» в газете «Премьер новости» за неделю 2016. Алексей Кудряшов, по словам коллег, очень обаятельный, дисциплинированный, пунктуальный журналист. Эти качества важны, чтобы написать серьезное расследование. Его материал «Пароль Пелагея» в газете «Премьер» о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Материал подан автором на фоне исторических событий с привлечением эксклюзивного местного материала. А место действия не только наша область и Россия, но также Финляндия, Швеция и Норвегия. Так что стоит прочитать, если кто не читал. Дорогие друзья, я вам могу сказать, что жанр журналистское расследование – это не просто трудный, это
объемными. Это надо время копать, узнавать, ходить, смотреть. И вот, да, и еще один момент. Вот, Алексею удалось, потому что герой вот этого расследования, его жизнь, она была очень сложна. И он прошел вот по лезвию бритвы, не обидев ни, так сказать, вот того человека, который присутствует в его материалах, ни память о погибших, потому что дело связано с войной. В общем, я тебя еще раз поздравляю, Алексей, я был за тебя. Поздравляем, поздравляем, аплодисменты! Наталья, а вот сейчас будет настоящий десерт. Ура! Потому что над этим десертом работает, обычно работает вся творческая команда редакции. И кроме того, к ней присоединяются читатели, слушатели и зрители. Конкурс на призы губернатора Вологодской области. Номинация «Акция средства массовой информации». Победителем номинации становится редакция газеты «Красный Север» за акцию «Мой кружевной наряд». Эта акция была приурочена к международному фестивалю «Виталэйс». Читателям предлагалось прислать фотографии, где бы одним из элементов наряда стало бы кружево. Эта идея им понравилась. Об этом говорит огромное количество фото, которое было прислано в редакцию. Итоги акции были подведены на Кремлевской площади во время финала проекта «Кружевное сердце Олимпиады». Итак, мы приглашаем на эту сцену главного редактора областной газеты «Красный Север» Надежду Александровну Кузьминскую. Аплодисменты! А для вручения награды мы приглашаем заведующего музея кружева Юлию Владимировну Евсееву. Юлия Владимировна, просим вас на сцену. Кстати, Надежда Александровна одна из первых прислала свою фотографию в замечательном галстучке кружевном. Вы ее видели на экране. Спасибо, Надежда Александровна. Уважаемые партнеры, коллеги, потому что, конечно, журналисты, репортеры, работники средств массовой информации, вы наши, конечно, замечательные партнеры и коллеги. Именно благодаря вам многие-многие наши жители узнают о культурных событиях и нашего музея, и других учреждений культуры. Много уже здесь было слов сказано, и я хочу присоединиться и сказать, что главное, чтобы вы несли людям добро, красоту и знания. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Владимировна. Я считаю, что те, кто не был в музее кружева, обязательно должны там побывать. А мы продолжаем. Наталья, ежегодно на нашем празднике, посвященному Дню Российской Печати, вручается очень важная награда. И ее название говорит само за себя. За большой вклад в развитие журналистики. Специальный диплом конкурса имени Гелеровского «За большой вклад в развитие журналистики» вручает политолог, кандидат исторических наук Владимир Васильевич Касьянов. Просим вас на сцену, мы просим вынести дипломы. Владимир Васильевич. Может быть, сначала пару слов? Да, Анатолий сказал, что его попросили сказать. И он сказал, меня не просили, я все равно сказал. Не беспокойтесь. Меня тоже сейчас спрашивают на пенсии, чем занят. Я говорю, я тоже начал вторую книгу. Все спрашивают, писать? Нет, читать пока. Ну и второй год мне предлагают наградить ветеранов, видимо, удобно тянется к удобному, это делаю с удовольствием. Потрясающее явление время и отношение к нему русского языка. Вот смотрите, часы идут, дни бегут, годы летят. Поэтому главная задача всех редакционных коллективов, всех журналистов – помните о ветеранах. Это люди, которые отдали самое главное в своей профессии. И творчество, и душу, и свое сердце. Поэтому с огромным удовлетворением вручаю награду за большой вклад в развитие журналистики Мининой Риме Сергеевне и Минину Виталию Николаевичу.
Рита Сергеевна. Виталий Николаевич, просим. В апреле 2014 года семья Минелиных, легенда областной журналистики, отметила юбилей. 50 лет назад они приехали в Череповец работать собственными корреспондентами. Виталия Николаевича направила областная газета «Красный Север», а Риму Сергеевну – областное радио. У него в кармане ручка и блокнот, а у нее магнитофон «Репортер». С тех пор творчество посвящено металлургам и любимому городу. Есть такая проблема печатных журналистов. Когда бывает по-русски косяк, а по-другому непредвиденное обстоятельство, опечатка. История знает много опечаток, и вот для меня лично история, помню, такая, до революции местная газета идет в ручей, вернее, коронование последнего русского царя Николая II, патриарх возлагает на него корону, идет информация, патриарх возложил на голову императора корону. Ну, как всегда, вместо корону написали корову. На следующий день вышло опровержение. Правильно читать не корову, а ворону. Спасибо. А вам слово. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех присутствующих, потому что здесь дорогие, родные люди, в которых мы варились, начинали с Виталия Николаевича, мы вместе, как одним шагом. Вот, я вышла за него замуж, чтобы не терять время, не ходить на свидания на четвертом курсе, и на пятом мы уже вместе с ним вступали в журналистику. Вот, спасибо газете «Красный Север», который меня приютил библиотекарем. Вот. И спасибо Вологодскому комсомольцу, братскому содружеству. Сердце тепло всегда нагревается, когда вспоминаешь эти годы. Сидят здесь мои друзья. Спасибо всем, всем желаю радости. Ищите радость на каждый день, и вы не пропустите самых интересных, самых замечательных людей. Я вас всех поздравляю. Мы все одна семья. С днем рождения журналистской организации. Особенно поздравляю газету «Красный Север», которая тоже мне очень родная и близкая. Скажи про Надю. Близкая, потому что Надя защищала диплом по Череповецкому металлургу. Надя училась в школе имени Коров у Римы Сергеевны. Ну и самое большое, конечно, спасибо сегодня, можно сказать, журналистской нашей вологодской кухне, что нам не подарила и жену на всю 55 лет. Поздравляю! Конкурс на призы губернатора Вологодской области, номинации «Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни». В этой номинации становится информационное агентство «Череповец» за цикл материалов эстафета паралимпийского огня в Череповце на сайте информационного агентства. Эстафета стала для города большим событием, которое запомнится надолго всем, кто присутствовал на нем и тем, кто не смог. В интернете, на сайте можно было увидеть все, что происходило в этот день. Была осуществлена онлайн-трансляция, текстовая трансляция. Ежеминутно выкладывались фото с места событий. В этот день трудился весь коллектив, журналисты, фотографы, видеооператоры. И в награду благодарность череповчан и огромное число просмотров в интернете. А мы приглашаем на эту сцену исполняющего обязанности директора информационно-мониторингового агентства «Череповец» Маргариту Альбертовну Шорохову. Награду вручает человек спортивный, известный, заслуженный тренер Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации баскетбола в Северо-Западном федеральном округе Татьяна Николаевна Карамышева. Маргарита, поздравляем, передайте поздравления всем коллегам. Спасибо большое. Мне сказали коротко, я выполняю порученную мне обязанность всей журналистики Вологодской области. Физкульт, привет. А информагентству Череповца физкультура. Я тоже буквально.
буквально два слова, если позволите. Огромный привет от Череповчан, от информационного агентства «Череповец». Хочу только сказать одно. Вот только что была акция кружевная. И на сцене Надежда Александровна вручила диплом сотруднику нашего агентства Анечке Журавлевой. Так что у нас работают не только профессиональные журналисты, но и IT-сектор умельцы. Даже не сомневались. Маргарита, спасибо. Вот знаете, после спортивной вот номинации хочется как-то вот все это переварить, все это как-то вот услышанное, увиденное. Что надо делать, Дима? Я думаю, лучше всего потанцевать. А поможет нам в этом «Леди», «Квартет» и «Хиты 80-х».
появляются новые блюда. Это всегда интересно, свежо и неожиданно. А когда в коллективы приходят новые молодые кадры, это еще лучше. Согласна. Сейчас будут названы победители сразу двух номинаций конкурса имени Гелеровского. Это номинации «Дебют года» и «Надежда». Назовет наших победителей военный журналист, подполковник запаса, старший преподаватель Вологодского государственного университета Александр Павлович Раевский. Просим вас. Итак, номинация «Дебют года». Награждается Гулина Ольга Сергеевна в номинации «Дебют года». Ольга Гулина работает в газете «Верховашский вестник» меньше года. После окончания Вологодского пединститута она вернулась в родное село. Сначала работала в музее, а потом ее пригласили в газету. Ее сразу полюбили коллеги и читатели. Ольга талантливый человек. Она не только прекрасно пишет, она поет, занимается спортом. Одним словом, молодо, зелено, но так талантливо. Оля, спасибо вам огромное. Вы можете занять свое место в зале. Александр Павлович, а вы, пожалуйста, объявите следующего победителя в номинации «Надежда». В номинации «Надежда» победила Рожнова Елена Игоревна. Елена, просим вас на сцену. Елена Рожнова, еще пока студентка Вологодского госуниверситета, но несмотря на это, она уже полноправный член дружного коллектива знаменитой «Семерки». Трудится она в службе информации, готовит сюжеты на самые разные темы. ЖКХ, строительство, культура. Успевает совмещать и учебу, и работу. Поздравляем вас! Имени Гелеровского, посмотрев все работы, приняло решение учредить еще один специальный приз за активную гражданскую позицию. Итак, номинация «Гражданская позиция средств массовой информации». На совет победителя член Вологодской областной организации Союза журналистов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, бывший главный редактор газеты «Призыв» Анатолий Анатольевич Михайлов. Награждается редакция газеты «Голос Череповца» за гражданскую позицию средств массовой информации. На сцену мы приглашаем главного редактора газеты «Голос Череповца» Елену Билеву. «Голос Череповца» – одно из любимых изданий у жителей города на Шексне. И любят череповчане эту газету за то, что она помогает. Главный девиз журналистов – «Наш босс – это читатель». И если читатель обращается за помощью в редакцию, которая порой становится последней инстанцией, там ему никогда не отказывают. Помогут. Поздравляем! Поздравляем с победой! Спасибо. Нас собрали всех вместе, и молодых, и ветеранов. Всем здоровья, счастья, а самое главное, всем работающим журналистам оптимизма. Очень много оптимизма. С праздником! Спасибо большое! И примите, пожалуйста, от нас подарок. Спасибо вам, спасибо. А сейчас для вручения специального приза мы приглашаем на сцену заместителя губернатора Николая Евгеньевича Гуслинского. Дорогие друзья, я хочу всех поздравить, конечно же, с прошедшим праздником. Праздник волнительный, волнующий. И видеть столько неравнодушных людей и преданных своей профессии – это очень приятно. И я хочу сегодня отметить нашу старейшую газету, газета «Красный Север». Хочу сказать о том, что уже 3 года совместно с этой газетой мы выполняем федеральный проект. Он называется «Лесные вести». На страницах «Лесных вестей», которые у тебя публикует «Красный Север», мы обсуждаем и доводим все проблемы нашей лесной отрасли. И если говорить об сегодняшней тематике, как рассматривать как кухню, журналистику, то я думаю, что «Лесные вести» вместе с «Красным Севером» – это тот витамин, который позволяет нашему лесному комплексу Вологодской области показывать такие результаты, которые мы демонстрируем. Мы практически одни из лучших в России, мы показываем хорошие результаты в мире, и поэтому 3 года уже этим проектом занимается у нас Дмитрий Погодин, поэтому... О, неожиданный поворот событий. Я понял, будьте добры. Дмитрий Погодин, газета «Красный Север». Да, от всех лесников я говорю спасибо, большое спасибо за ваши вопросы.
Дмитрий поздравляет. Дмитрий Погодин, газета «Красный Север». Мне интересно, как он будет с этими пакетами теперь вести дальше программу. Но... Мне вот тоже интересно. Да. Дорогие друзья, я хочу всем журналистам сказать свое большое спасибо за вашу работу. На самом деле вы помогаете нам быть честными, быть правильными. И всегда, что очень для нас важно, вы показываете нам на наши ошибки. Это самое главное, с моей точки зрения, в вашей работе. А теперь финал нашего праздника. Сейчас вынесу торт. Да, Наталья, причем этот торт будет очень вкусный, потому что это гран-при конкурса имени Гелеровского. Огласить имя победителя мы приглашаем секретаря Союза журналистов России Романа Александровича Серебряного. Роман Александрович, просим вас на сцену. Итак, имя победителя, самого главного победителя. Победителем гран-при конкурса Гелеровского стал Романов Владимир Владимирович. Романов Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, это символично. Это да. Владимир Владимирович Романов. Уникальный журналист. Он берется за любую тему и доводит ее до конца. Он исколесил всю Вологодскую область вдоль и поперек. Из каждой командировки он привозит исключительную тему, которая становится гвоздем номера. Одним словом, каждый раз Владимир Владимирович попадает в яблочко. Владимир Владимирович, мы вас поздравляем. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши статьи, за ваше творчество. Роман Александрович, да, вас мы просим остаться. Еще несколько приятных миссий. Я в первую очередь хотел бы от лица Союза журналистов России, секретариата Союза журналистов, поздравить наших коллег, сидящих в этом зале, и тех, кто сейчас работает и находится в стенах этого замечательного зала, с прошедшим днем печати. Я увидел, что здесь, я первый раз в Вологде, я уже хочу сюда вернуться, и уже жалею, что у меня поезд, надеюсь, будет много поводов. Я увидел, что здесь действительно готовятся вкусные блюда, если следовать традиции, что многим региональным журналистам есть чему поучиться у Вологды, именно у Вологодского союза журналистов. И я бы хотел сказать, что вот мы в этом году, прошедшем уже, открыли такую школу председателей, и мне кажется, что председатель вашего союза могла бы стать там достойным преподавателем. Может быть, еще не профессором, но достойным преподавателем. И поэтому я бы хотел наградить Вологодское отделение Союза журналистов России за последовательность в защите профессионального сообщества и в связи с 55-летним со дня. Ирина Алексеевна, просим вас. Ирина Алексеевна, пожалуйста. Давайте к микрофону, чтобы вас услышали. Дорогие коллеги, те, кто работает в средствах массовой информации, специалисты пресс-служб Вологодской области, уважаемые ветераны и молодые журналисты, те, кто только еще постигает азы профессии, всех с праздником, всем здоровья, счастья, успехов и доверия читателей, и ваших телезрителей, и ваших слушателей. Всего вам хорошего. И спасибо, что вы приехали из самых дальних уголков Вологодской области. Всего вам доброго. Спасибо вам большое, Ирина Алексеевна, поздравляем. А я хочу еще сказать два слова. Я хотел бы, знаете, пожелать вам не уступать тем вызовам времени, которые сейчас у нас есть, меняться, изобретать новые формы, форматы работы, чтобы ваши читатели это воспринимали, любили, находить взаимоотношения и взаимодействие между ветеранами и молодыми. И тем есть чему поучиться друг у друга. И самое главное — сохранить традиции российской журналистики. И пусть после прочтения ваших статей, следуя этой традиции, говорят друг другу приятного аппетита. Спасибо, с праздником. Роман Александрович, спасибо большое за такое прекрасное поздравление. Через несколько секунд, внимание на экран. Вы увидите, какие вы на работе, дорогие журналисты, какие вне работы. На самом деле вы такие красивые, аппетитные, талантливые. И ни в коем случае не сидите на диетах, не ограничивайте себя ни в чем. Правильно? Конечно. Итак, внимание на экран и на ветер лайв. С неба свет пройдет.